А вот готовы ли коммунальщики городского округа Мытищи к встрече зимы? Об этом не только будем говорить уже в этот четверг с заместителем главы Мытищинской администрации Александром Бирюковым в программе «Диалог с властью». Также в рамках беседы затронем тему ремонта дорог и расскажем о том, как повлияла пандемия на планы коммунальщиков. Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас. Звоните в редакцию или отправляйте на электронную почту. Не пропустите программу в прямом эфире 17 сентября в 20:00.